Рабочие места. Так что обед сегодня не варить? Варить, но осторожно. Где разуваешь? В гараже. У него сегодня библиотечный день. Так, за порядок отвечает Одинцов. Интеллигенция недобитая. Жалобы, понимаешь, пишут. Потом комиссии приезжают, чтобы у рабочего человека дом отдыха отбирать. Конечно. Сами по 1000 рублей в месяц получают. На пицунды ездят. А что нам делать? Где взять денег-то по 3 рубля за койку? Ой, столько ждали, столько ждали. Девчонки мои дорогие, несчастные. Ты чего разошлась сегодня? Какой дом отдыха отбирают? Какой отбирают? Какой построили, такой отбирают. По-воровски, значит, строили. Не по закону. Как для себя, так все по закону. А как для рабочего человека, так нет закона. Жульничать надо. Доктор ваш пришибленный. Письмо написал. Правда ему, видишь ли, мало. Еще захотелось. Какой доктор? Ваш любимый, Ивинский. Контра, она и есть контра. Не зря его из партии исключили. Кто это вам сказал? Вахтер сказал. А он откуда знает? Откуда знает? Народ все знает. Во-первых, надо сказать здрасте. Здрасте. Что с вашим лицом? Куда вы дели ваше лицо, как говорят в Одессе? Что случилось? Весь институт говорит по поводу того, что вы написали жалобу в народный контроль. Это правда? Правда. Ой, что-то стало...